Говорит, может, не поедем? Говорит, ради меня поедем. Я говорю, не очкуйте, вы проедете. Сейчас посмотрим. Да тут просто надо четкая работа. Пилот, штурман, деревья есть. В принципе, проходной спецучасток. Да, сложный, но на лебедочке. Четко надо быстро просто. Размотали, намотали, перецепили и поехали. Время очень большое, 28:18. Ну, для подготовленного экипажа и машины здесь, даже для такой машины, 15 минут легко уложиться, даже быстрее можно. Сразу не теряя времени, цепляешься и перецепляешься, и все. Ну, сложно было. А кто там стартует? Бизон. Так, сейчас Бизон. Бизон покрасился. Сейчас Бизон пойдет. Потом мы. Ну и сход там. Ну, у монгола, можно сказать, тут сход. Ну, можно сказать, да. Не копай! Тут надо по-тихому заезжать вообще. 100%. И вообще не копать, и ближе к ленте, да. Ближе к ленте. Я думаю, вы не хотите ближе к ленте, только его туда понесло и все. Так, ну у Юрца опыт большой по забегам по болоту с тросом. Юра, спокойно, спокойно! Сколько сейчас оказывается? Тянулся почти. Так. Юра, отойди, Юра. Пошел нормально. Копая. Очень медленно разматываю. Размотка какая-то медленная, тяжелая. Механическая лебедка. Скажи, пусть попробует. Не. Не идет. А на вид вроде должен поехать был. На лебеде идет. Думаю, тут и на моей было бы сложно машинке. Очень, очень мягкий, вязкий, вязкое дно. Хотя, пока не попробуешь, 100% не узнаешь. Сказать вообще.
Макс, отъезжай! Отъезжай, Макс! Отъезжай! Отъезжай, говорит! Есть. Хапает сильно. Это он Максу готовит, да, Ильич? Да? Молодец, думает о человеке. Дверь закрывай. Лента целая, не порвал. Держи ленту! Ты не штурман. Юра! Штурман! Эй, лента, лента! 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 Такие плечи монгол звали. Нет, только что ты. Давай, голос, что ты. Голосик стал. Отходи, отходи. Штурмана плохо видно. О! Где найти его? Куда поближе, поближе, вот так вот. Все да, же, все, все красава, давай! Нет, так, осторожно, так. Что там время? В два раза быстрее или нет? В три? 8:34. О, так вообще быстро. Сейчас. Из 9 минут. Поменялись ребята местами. Сейчас посмотрим, как покажет себя дефазик. Вес большой, колеса большие, клиренс большой. Болото глубокое и вязкое. Так, стартанул, слышу. Сейчас ребята потихоньку пойдут, не спеша. Под лентой, да. Копнули там уже. Даже вперед-назад и не пробуют. Ну, в принципе, правильно. Без суеты. Давай, давай, я верю в вас. Я сказал, что мы только для тебя. Алле, 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 алле. Стропа зацеплена. Зацепилась. Сюрпризы такие, походу.
ходом не идет пока. Попробуй, может, пойдет, нет, сам. Сам идет. Чуть-чуть сам подъехал. Поехать. Макс, пробуй ехать. Красавчик едет сам. Хорош, хорош, назад дай. Не загребайся. Хорош, хорош. Куда влево? Идет на лучшее время. Макс, колеса вправо! Колеса вправо! Гуля! Сука, секунды давай быстрее! Ну я давай, Макс! Куда влево, пошел! Помогай! Ну, Вадик, дай руку. Подожди, тапок потерял. А вот спереди. А, есть. Тапок нашел. Прилипает тут жестко вообще. Хорошо, хорошо. Да, грязь качественная. На финиш. Что там, время? Время? 6.32. Да, улучшил. Да, лучше. Почти на 2 минуты улучшили от предыдущего экипажа. Ну, не знаю, будет кто-то еще или нет. Вот такое тут. Так, участник за стропами своими приехал. После монстров квадроцикл, вон человек смотрит, интересно даже, как он тут будет сейчас рубиться. Даже жабы затихли. Квадрик. И все. Ну, было красиво.
Да. Не заводится. Ожил. Блин, измотали они организатора. О, давай сделаем кось-кось, Каш. Поехали. Чудо, сука, такой, я б легкий. Хорошо, он легкий. Интересно там.